Всем привет, меня зовут Ванёк, сегодня я хочу выбрать вопрос. Это видео на моем канале, для канала Брэди 60 Рост. Ну, понимаю, вселенная и остальные парни, в этом болгарка, да это не заморачиваться. Так как просто смена предела, что она мужика сломалась, поэтому... В общем, не знаю, я вроде бы хотел выбрать вам рейберскую болгарку, так как матрица она направила дешевле, там... 2395 рублей. Вот, по-разному бывает. По крайней мере, мне вроде не настолько стоит. Ну, давайте посмотрим ее. Вот такая болгарка. Рейбер. Модель LCM 2, черточка 230. Вот. С поворотной ручкой. С выступами и с тремя вот этими. С тремя отверстиями. Ручка, кстати, абразийная. Тут начнем. Так, тип инструмента профессиональный, очень нравится. Если буду блить, ей реально может быть камень мощность 2150 ватт. При этой мощности, ну честно, 2300 ватт. Чуть-чуть там слабее интерскола, 2100, чуть на 50 ватт, на 150 ватт побольше. Ну, мне, в принципе, ребер нравилось, что на у них это латышское производство. Не знаю. Максимальный диаметр круга 230 мм. Частота вращения 6600 оборотов в минуту. Вес 4 кг. Особенности. Электронная система ограничения пускового тока. Раз. Плавный пуск. Два. Очень круто. Кнопка блокировки. Кнопка блокировки шпинделя. Вот. Она, кстати, оранжевая. Вот. Крепление кожи без вспомогательных инструментов. Очень хорошо. То есть не надо будет искать там цементы. Трапозиционное присоединение передней рукоятки. Поворотная задняя рукоятка. То есть нажали, повернули и как бы нащупнули и все. В общем, кто не знает, как эти болгарики запускать, там есть такой вот, такая вот штучка. Называется она защита. Приложение. То есть нужно так надо продвинуть пальцем, так. Потом вдавить. Оно нужно вот... И чтобы вот... Чтобы вот... Оно у нас болгарка, например, мы попилили там что-нибудь, и она должна все, как бы. Мы должны вот не на эту часть, не на ту часть, которая вот так, которая как бы чем-то похожа, чем ямковидная, которая чем-то похожа на гор, которая горковидная. Ну, она вот так примерно как-то выглядит, не знаю. Может, чуть меньше моего пальца. Ну, может, где-то, может, мизинец. Вот, нажимаем, и все как бы она останавливается. В общем, тут кожух сюда можно нажать все. И считать 230, но не считая большие, которые для станков. Если есть, если вы видите болгарку паричок, то не берите, потому что вы себя иначе убьете. Потом сниму видео, почему нужно одевать очки. Вот, и комплектация. Уши М, шлифовальный круг. Вот, очень круто. У меня смоки-то шло, к сожалению, не знаю. Но у меня с интерском не шло кожух. Ключ. Передняя рукоятка. И цена составляет 2395 рублей. В общем, эта болгарка пригодна для резки камня, металла, аварийных после работ и так далее. В общем, эта болгарка очень хорошая, надежная. Для профессионалов пойдет. В общем, если лично я хочу покупать компанию Рейбер. Если вы не хотите, если вы не согласитесь, пишите почему. Я не рекомендую лично вам инструмент. Вы можете брать Hitachi, Makita, Interscol, Proctol и не знаю что. И там DVT, там Eurocraft, Blaucraft, PIT, Tip, Fit, не знаю, Eurotech. All, Elmas, Omax, Master Max, Master Craft, Mr. Craft. Вот, еще много очень таких вот фирм. В общем, берите, что хотите, я не против, естественно. Ну, а что мы будем делать обзор в следующем? На следующем обзоре я сделаю купить или не купить, в общем, вопрос. На бензопилу Makita.
Я думаю, пила уже фигурировала один раз в моем обзоре. Вот. Я думаю, вам обзор понравился. Ставим лайки, дизлайки, подписывайтесь, нажимайте на кнопку подписаться, на кнопку колокольчика. Пока. Ну и хватит.